так вот дивимося на кінчичок, отак от, фідерочечка, і тягаємо плотвичку. Поки йде одна плотвичка, ну, ми ж всегда рассчитуємо і на коропа, і на ляща, і на все. Ну, рибаки. Ні, ну одна хороша йде плотвина така, да. Така з матьора. Ну, дуплет, ну це містер дуплет, я ж говорю. Це містер дуплет. Просто упирається щось, типа дуплета. Ні, в натурі дуплет. Так? Так. Дождався я з того дуплета. Не крупний, маленький. Ну, дуплетик. Вот такой вот результат, чтобы вы понимали. Садок карповый набит полностью, ну, батонами. Просто бомба. Добрый день, друзья, подписчики и гости моего канала. Вас снова приветствует канал «Бюджетный карпфишинг». Меня зовут Александр. И перед выездом на открытие сезона 2024 я решил вам снять еще одно коротенькое видео, потому что я сходил на рынок и встретил нашего мастера Серегу с города Александрия, который делает оснастки своими руками и предлагает их вашему вниманию. Кто смотрит мои видео, тот знает, о ком я говорю. Так вот, Серега предложил мне три новинки сезона 2024 для ловли на реке с умеренным и быстрым течением, с наличием бровок, там, камней и так далее. И сейчас мы быстренько рассмотрим эти три новые оснасточки. Если вам они понравятся, то я оставлю внизу ссылочки, как найти Серегу, как перейти на его страницу на OLX и в Фейсбуке. Он присутствует только там. И там вы увидите все его оснастки. Может, что-то выберете себе на сезон 2024. Там будут и цены, и все. Недорого у него, в принципе, он делает эти оснастки и реализует. Поэтому там найдете вы всю полезную для вас информацию. Как вы знаете, я все свои видео записываю с первого раза, поэтому прошу прощения, если будут возникать запинки во время моего повествования. Сейчас плавненько переходим, быстро рассматриваем наши три оснасточки. Поехали! Ну а теперь, друзья, подробненько рассмотрим три новых оснасточки от Сереги. Осмотрим их по очереди и начнем мы, наверное, эти две отложим в сторону с оснастки, которая называется «Ласточкин хвост». Почему она так называется? Потому что пружина сделана так, что свинцовый груз, который к ней прикрепляется для удержания на дне, сделан в форме ласточкиного хвоста. Используется эта оснастка на реках с приличным течением и где присутствуют очень тяжелые выходы на берег, то есть тяжелые бровки там, или каменные валы и так далее. И эта оснастка, сейчас я ее достану, мы ее рассмотрим, она хорошо, ну, лучше, чем другие оснастки, выходит из этих трудных мест. То есть при вываживании она просто за счет ласточкиного хвоста стучит по камням, стучит по бровке и лучше выходит из этих бровок, чем другие монтажи и оснастки. Вот это Серега предлагает такой вариант. Он здесь поставил вот три поводка, один ниже пружины и два выше пружины. Монтаж скользящий, поэтому поклевки будет видно хорошо. Сделано монтаж аккуратно, крючки здесь тоже неплохие. Ну а там, в принципе, его можно использовать и для ловли более крупной рыбы, там карпа, мур, толстолоб на реках. Просто поменять, поставить соответствующие поводки и использовать эту оснастку для ловли более крупной рыбы. Ну вот, ласточкин хвост, еще вам ближе покажу, вот так он сделан, вот так вот пружинка, и сам хвост стучит по бровке, по камням, их лучше выходит на берег, меньше застряет. Так, переходим к следующей нашей оснастке. Ну а теперь рассмотрим следующую оснастку, я вот ее уже достал из пакета, значит, здесь имеется вот такая вот пружинка. Вот такое основание свинцовое, здесь стоит вес 60 грамм и два зуба, вот их видно, два зуба, это для удержания на дне, на реках, на умеренном и сильном течении.
очень хорошо она удерживается, это уже рыбаками проверено. Значит, пружина жесткая, то есть прикормка будет хорошо держаться, хорошо вымываться, она не мелкая пружина. Ну, рассмотрим теперь сам монтаж. Вот, он скользящий, то есть поклевки будет видно хорошо. И в Серегином в этом варианте имеется два поводка. Один ниже пружины и один на отводе выше пружины. Вот такая модификация. Вы же можете, если хотите ловить карпа амура, поставить и волос сюда, и более крупные обычные поводки и крючки для более крупной рыбы. Этот монтаж сделан для плотвички, для лящика, подлящика. Здесь хорошие крючки, все здесь в принципе нормально. Но можно его переделать. Я думаю, у Сереги на его сайте в Фейсбуке, вы сносочку под этим видео найдете. Его есть и другие модификации этой оснастки, поэтому сможете найти, зайти и посмотреть. Ну, на данный момент он предложил вот такую модификацию. Значит, кто кому будет интересно заказать у Сереги, свяжется с ним. Я думаю, что есть не только 60 грамм, есть и 80, и 100 грамм. То есть любой вес, который вам будет нужен, он вам предложит, и вы сможете приобрести. Значит, ласточкин хвост, эта оснастка стоит в пределах 60-70 гривен, точно не помню. В таких же пределах и эта оснастка. Поэтому, кому будет интересно, будете заказывать. Переходим к нашей третьей оснастке. Ну и рассмотрим третий вариант из новинок Серегиных. Это самоподсекающий карповый монтаж. Он его так называет, и я его так называю. Ну, прикольно, я когда увидел, немного, конечно, улыбнулся, но я думаю, имеет право на существование. Значит, здесь идет пружина, это я взял 80 грамм вес, то есть пружина жесткая, если ловить насосочную кашу, то есть каша будет хорошо удерживаться. Если вы хотите более быструю рыбалку, то более рыхлую кашу она тоже будет хорошо удерживаться, пилить. В общем, проблем с пружиной здесь нет. Жесткая хорошая пружина, хороший груз, все здесь понятно. К основной леске цепляется вот за петелечку, здесь стоит хвостик и жесткий рычаг. Тут идет карабин и поводок, волосяной поводок. Ну, Серега предлагает такой вариант, вы можете свой сюда поводок подцепить. То есть, это уже каждый, я думаю, свой сюда поводок подцепит. Смысл работы этой оснастки. Вот так вот зацепляется за этот хвостик, и оснастка стоит на дне. Когда карп-амур подходит, берет насадочку, то есть здесь жестковато, конечно, нужно усилие, но не такое большое усилие, что карп-амур не сорвет с этой заусины эту оснастку. Он, естественно, срывает, получается, сработает эта дуга, и получается у нас засечка. Ну, в принципе, часто у нас бывает на карповой рыбалке, что мы сидим, идет паровоз сумасшедший такой, бежим, подсекаем, а рыбки нету. Ну, то есть понятно, что сначала надо причину искать в монтаже, там может тупой крючок или монтаж неправильно сделанный. Ну, а может просто банально вот это вот как раз оснастка и помочь в этой ситуации. То есть я вам даже так скажу, что если посмотреть в интернете подводные съемки, как берет карп и амур насадку, если он нежненько берет, он взял, укололся и открывает пасть и пытается избавиться от данной, от крючка. И, естественно, он начинает метаться в разные стороны, и для того, чтобы пробить губу ему, вот эта оснасточка может и помочь. Ну, интересная такая задумка. Я покатаю этой весной, я вам обещаю ее. И потом скажу, на рыбалке я вам расскажу результат, помогает она или не помогает. Но я думаю, что однозначно при подсечке будет помогать, когда уже вы прозеваете паровоз и придете, и уже он будет подсечен этой спицей, он будет подсечен карп там или амур. То есть эта ситуация может вам помочь. Оснастка стоит в районе 80 гривен. Кому будет интересно, в Сереге сможете ее заказать.
Ну вот, дорогие друзья, мы посмотрели эти три оснасточки, разобрали их немного. Ну, я думаю, что неплохие оснастки будут полезны для рыбалки на течении. Кому будет интересно увидеть весь, так сказать, репертуар Серегин, переходите по ссылке под этим видео, найдете его сайты, перейдете, там у него все картинки, все описания, все цены. Цены недорогие, в принципе, как на наше время. И выберите себе, что вас интересует на сезон 2024. А сейчас опускаемся вниз, ставим пальчиком лайк, подписываемся на мой канал, кто еще не подписан. И в ближайшем будущем мы снимем видео или уже с открытия карпового сезона 2024, а может и не карпового, посмотрим. Или же я вам еще придумаю что-то новенькое, уже там просят у меня подписчики с Алиэкспресса, если что-то новенькое подойдет вам снять. Если что-то будет интересное и качественное, я обязательно вам сниму и покажу. Мирного неба вам, друзья, счастья, здоровья, вот таких вот трофеев в этом году. И не забываем беречь природу и отпускать рыбку. Берите только сколько вы сможете покушать, остальную рыбку отпускайте, чтобы каждый мог прийти и получить удовольствие на водоеме. С любовью, ваш бюджетный карпфишинг. До встречи, пока!